Данное видео предоставлено сайтом онлайн gdz.net. Учебник Rainbow English, Unit 3, часть 3, Step 7, шаг 7, Exercise 4, упражнение 4. Listen to the sentences. What do the new words mean? Послушайте предложения. Что означают эти слова? 1. Where is the start and where is the finish? To start is to begin. Let's start running together in the morning. 2. A. What's the problem? Anne is away from the lesson again. I think she is ill. B. I can't do it. It's very difficult. No problem. I will help you. Мы с вами прослушали, прочитали, и давайте посмотрим. Где старт и где финиш? То есть у нас здесь два слова в первом предложении. Start, finish. То есть старт и финиш. To start – начать. Это начать, да? Start и begin – синонимы. Переводится как начать. Let's start running together in the morning. Давайте начнем бегать вместе по утрам. 2. What's the problem? В чем проблема? То есть у нас слово problem означает проблема. И B. I can't do it. It's very difficult. No problem. I will help you. Я не могу этого сделать. Это очень сложно. Нет проблем. Я помогу тебе. Довольно простое у нас такое упражнение, просто перевод слов. На этом все. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.